Вот такая синяя вставочка находится в лотке. А внутри трубочка с отверстием. Она должна быть прочищена. При наборе воды в этот отсек вода вытекает как через верх, так и через нижнее отверстие тонкой струей. Когда вы убираете подачу воды, когда прекращается вода, за счет гидрозабора стекает вся из среднего лотка.